наши любимые песни. Отец Артемий, а я вот опять к вам с таким вопросом. Как вы считаете, у современной православной культуры есть будущее? О будущем мечтают только фантасты, футурологи. А у православной культуры есть настоящее, через пол которого, открывающееся на нас, нисходит вечность. И совершается это именно через благодарение Создателя. Почему вот сегодня народ в депрессии, нуждается в психотерапевтах? Mm-hmm. Часто батюшки жалуются, что жизнь бесцветная, скучная. Я не живу, я прозябаю. Какое вы мне лекарство предложите, отец Артемий? А вот утром встань, если нет диска Ларго, а каждый приличный человек должен иметь такой диск у себя дома, у меня есть, то, по крайней мере, глазки раскрой и скажи: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на настоящий день. Молись Троице, и все устроится». Наши любимые песни –